Саша, это ты? Да, мама. А где сиделка? Я ее отпустила. В смысле отпустила? Надолго? На пару часов. Ты в курсе, что эти пару часов я все равно обязана платить? Просто у меня с ними договор, мам. А если с тобой, не дай бог, что случится? Саш, приляг рядом. Мам, я в пальто. Ничего страшного. Я там продуктов привез. Морковного сока не было, я взял этот. Со смесью, с грушей, тоже вроде нормальный. Алло, Саш, ну ты чё, скоро там? Да, сейчас буду. Тут просто сиделка отошла ненадолго. Буквально на пару минут. Слушай, давай быстрее, а? У Гаврюши тренировка через 10 минут заканчивается. Я помню. Скоро буду. Катя здесь? Да, они внизу. В машине с Димкой сидят. Может, поднимутся? Хоть к внуку прикоснуться? Мам, ну мне правда ехать нужно. У Гаврика в бассейн через 10 минут заканчивается. Еще ужин готовить. С детьми домашку делать. Димке завтра стих сдавать, а он до сих пор его не выучил нормально. А какой стих? У лукоморья дуб зеленый. Он же только во втором классе. Так рано это стихотворение учат сейчас. У нас специальная школа там, программа интенсивная. А у Гавра как дела? Хорошо. Вот бассейн уже заканчивается. Ехать надо. Хорошо, что вы его в бассейн отдали. Помнишь, ты маленький был? У тебя легкие очень слабые были. Чуть простынешь, сразу задыхаться начинал. Ползимы мог в больнице пролежать. А мне бюллетень только на одну неделю давали. Ой, как я боялась наступления холодов. Слава Богу, с возрастом все прошло. Ты окреп, только страшно. Навсегда этот страх в сердце закрался, что можешь заболеть, может что-то случиться, а меня рядом не будет. Нет, мам, я этого не помню. Видимо, слишком маленький был. Мам. Мне правда ехать нужно. Побудь со мной еще немного. Слушай, давай как-нибудь на выходных приедем, посидим, чаю попьем. С Димкой, с Гавром, с Катей, все вместе. А сейчас правда ехать надо. Пару минут.
Саша, поговори со мной всего пару минут. О чем? Как дела на работе? Да нормально все. Железная дорога стоит, поезда ходят. А расскажи стихотворение. Какое? У лукоморья. Ну хорошо. Только прочитаю и поеду. Ладно? Договорились. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там в облаках перед народом, там королевич мимоходом идет, придет сама собой. Мам, ты же слышишь меня, да? Мам, мама, поговори со мной. Мама, 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 не уходи. Мама, побудь со мной еще пару минут. Я ведь все помню, мама. Как дыхание перехватывало. Помню, как страшно было, как каждый день уколами пичкали. Мне так больно было, мама. Мама, я ведь помню, как все вечера у окна проводил, в эту темноту вглядывался, как все счастьем наполнялось, когда видел, как ты идешь. Придешь, обнимешь, и нет больше ни боли, ни страха. Я все помню, мама. Я помню, как ты в коридоре все ночи на кушетке спала. Мама, мама, не уходи. Мама, побудь со мной еще немного. Езжайте без меня. В смысле? Езжайте без меня, я с мамой останусь. Саша, все нормально? Все хорошо. Прости, мама.